Пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы с тобой одной крови, ты и я. Именем Всевышнего приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Сегодня у нас обзор Папы Римского, одного из самых величайших капиталистов современности, лично на мой взгляд. Давайте приступим. Francis is the first pope from the Americas. The first of his name, and more than any other pope in recent memory, has dedicated his life and ministry to the poor, the peripheral, and the forgotten. All while leading the Catholic Church on... Подожди, не спеши. Женщина спешит слишком сильно. Первый папа римский, который посвятил свою жизнь бедным, периферийным, как тут написано, и забытым. Бог ты мой! Как же ж пахнула мерсистемщиной в этой 60 минут. Сидит такая буржуазная представительница. Ну, это так. Ну, вроде она немка. И такой красивый Пригожин. На заднем фоне Франциск, по-моему. Или Педро. Франциск, да? Глава католической церкви. Самой большой монополии по делам церковным в мире. Кстати, именно в Ватикане находится институт по делам религии, если кто не знал. Продолжим. Difficult, sometimes controversial issues that not everyone supports. We were granted a rare interview at the Vatican and spoke to him in his native Spanish through a translator for more than an... Я тут должен обратить сначала внимание на внешнюю, да? Она такая в черном, на золотом фоне. И вы возле нее понтифик или как там? Папа. Папа белый на золотом фоне, снова таки, там, по-моему, собор святого Павла и Петра и Павла. И цвета черный, красный, черный, красный. Ну, и вообще 60 минут, на этом все такое. Hour, not lost in translation, was the 87-year-old's warmth, intelligence, and conviction. We began by discussing the church's first World Children's Day. Next weekend, Pope Francis will welcome tens of thousands of young people to the Vatican, including refugees of war. The story will continue in a moment. During World Children's Day, the UN says over a million people will be facing famine in Gaza, many of them children. Not solo in Gaza. Not just in Gaza. Think of Ukraine. Muchos chicos. Не только Газа, но Украина. В первую очередь Украина. Почему их так заботит Украина? Ну, потому что Украина, там больше ресурсов. Там больше церквей. Там больше ресурсов. Взгляд отводит вниз. Ну ты знаешь, ну вообще-то Украина, а тот такой, ну ты знаешь, я такой хороший, я такой безобидный мишка, я такой хороший пупсик. Я такой бир, я большой мишка, плюшевый мишка. Ну ладно. Many kids from Ukraine come here. Vienen aquí. Это, кстати, действительно правда. На территорию Италии приезжает огромное количество детей. Некоторые из них вернулись, я тут даже где-то на районе видел детей, которых увозили в Италию специально. Они даже ходили с итальянскими флажками на своих маечках, что-то такое. Обратите, кстати, на нее, да, внимание? Это стиль old money называется. Я из того высшего старого общества. Где-то я там. Корона такая, прически еще на голове не хватает. Красивая прическа, женщина очень красивая. Я бы с такой бы замутил. Ты же из революционный, брат. Нельзя, ладно, согласен. Но я бы замутил. Золотая вот эта вот у нас что-то тут. И цепочка, и кулончик. Я и не удивлюсь, если пуговицы даже золотые. Ну не, по-моему, там серебро. А на заднем фоне почему-то ваза. Черная такая, синяя. Что бы это значило, не знаю. Может, просто декор такой красивый. Но, тем не менее, все очень так сглажено. Да, тона такие строгие. Но, тем не менее, крутые. Я крутой. You know something? That those children don't know how to smile. I'll say something to them. They have forgotten how to smile, and that is very painful. Do you have a message for Vladimir Putin when it comes to Ukraine? Por favor. Please, warring countries, all of them,
Stop. Stop the war. Ці руки нічого не крали. Por favor. Меседж. Ні, ми... Володя, все окей. Володь, ля. Вовка, гляди! Это не я! You must find a way of negotiating for peace. Strive for peace. Siempre. Мне так нравится это. Знаете, мне это напоминает какую-то такую выдуманную историю. Мы кричим за мир, но мы устраиваем войну. Мы кричим против войны, но мы главные ее спонсоры. Мы против слез детей, но мы главные бенефициары слез детей. Мы не любим, когда дети не улыбаются, но мы главные те, кто проводит на них насилие, так сказать, над детьми. Мы это кто? Мы это какие-то абстрагированные папы из какого-то выдуманного параллельного мира. Ну вот что-то такое мне напомнило. Какая-то, может, вселенная непонятная. Negotiated peace is always better than an endless war. What's happening in Israel and Gaza has caused so much division. Израиль с этой Газой, блин, у меня тут Украина, у меня там повеселее, чем в секторе Газа. Опять эти евреи, блин, да не трогайте вы эту Газу, сектор Газа, Израиль. Непотопляемый авианосец у американцев там находится. Для влияния на Среднем Востоке. Почему? Да потому что не пустить туда китайских капиталистов, чтобы не потерять свое монопольное положение на мировом рынке капитализма, так сказать. Ну, для них это опаснейший конкурент, а вы не знали, нет? Ну, ладно. Опять этот раскол, опять Израиль. Да что вы этими Израилями меня задолбали? Vision. So much pain around the world. I don't know if you've seen in the United States big protests on college campuses and growing anti-Semitism. What would you say about how to change that? Toda ideología es mala. All ideology is bad. El antisemitismo and anti-Semitism is an ideology, and it is bad. Any anti is always bad. А почему это анти, любой анти, это всегда плохо? Брат, я с тобой не согласен. Вот я считаю, антифашист это достаточно неплохо. Кстати, вот общий план двух беседующих. На заднем фоне очень интересная картина. Эта картина называется, в Википедии во всяком случае так пишет, «Дева Мария, развязывающая узлы». Тип изображения Богородицы в римско-католической иконографии новейшего времени. Сюжет образа восходит к словам святого Иринея. Узел непослушания Евы получил разрешение через послушание Марии. Ибо что связала Ева через неверность, то Дева Мария разрешила через веру. Каноническое изображение написано Иоганном Мельхером Георгом Шминдлером в стиле барокко около 1700 года. Хранится в церкви святого Петра в Аугсбурге. Культ вокруг этого образа возник лишь в 1980-е годы в Латинской Америке. Под влиянием священника иезуита Хорхе Мария Бергольо, позже интронизированного как папа Франциск I. Это благодаря этому папе возникла вот эта вот картина. Давайте историю почитаем. Это не просто так они эту картину поставили. Папа Римский, иезуит. Это глава Черного Интернационала. Черный Интернационал, вы можете справиться в интернете, что это такое. Как-то Иосиф Виссарионович Сталин мне шутил. Он спрашивал у Папы Римского, слушайте, вот у меня есть моя разведка, да, вот она у меня есть. А где ваша разведка? Разведка Ватикана. А я вся разведка там, на небе. Потому что разведка Ватикана на нашем канале тоже можете спросить. Самая древняя и одна из самых сильных на планете Земля. Мастера дезинформации, мастера по делам религий. Это монстры. У них надо так учиться, как я не знаю что. Итак, по легенде, около 1610 года баварский дворянин Вольфган Лангемантель обратился к аугсбургскому иезуиту Якобу Рему с просьбой примирить его женой. Семейство шло к разводу, что тогдашней Баварии было немыслимым.
Рэм приказал мужу принести ритуальные ленты, использовавшиеся при венчании, и совершил над этими лентами молитву о том, чтобы все узлы развязались и споры разрешились. Легенда утверждает, что при этом Рэм пережил явление Богородицы. Супруги сумели договориться, а около 1700 года их внук Иероним Лангемантель, к тому времени настоятель монастыря Святого Петра, заказал Иоганну Мельхиору Георгу Шминдлеру картину о памяти о чуде, произошедшем в 1610 году. В 1986 году аугсбургскую картину увидел аргентинский священник Хорхе Марио Бергольо. Формально Бергольо приехал в Германию для работы над диссертацией. Фактически он был отозван из Аргентины под давлением властей ордена, опасавшихся, что деятельность Бергольо доведет его аргентинское отделение до раскола. Бергольо, находившийся под гнетом обстоятельств, воспринял сюжет картины как личное откровение. Бергольо привез в Аргентину репродукцию картины и популяризировал образ так, что в стране возник культ Марии, разрешительности житейских проблем. Я тут решала. Я все порешаю. Вот что понтифик тут, грубо говоря, говорит. Я разрешаю. Она в цветах нашего канала политразборки. Спасибо за рекламу, Франциск. Вот. И здесь несколько ангелов. А давайте пока присмотримся к этой картине поближе. Я ж любитель, то есть, ну, размеры разве что, правда, небольшие здесь. Ведь я вот, ну, интернет. Ну, тут что нашел, то есть. У вас уже более-менее нормальная картинка. Детки, ангелы по бокам. Змей внизу. Грехопадение Адама и Ема. Все мы грешны. Ужас, какой мы все грешны. Голубь мира сверху стоит. А что такое вообще красные и синие цвета? Это объединение двух диалектических противоположностей. Это либеральное мышление, или мышление свободы, и красное, консерватизм. Это и есть коммунизм в итоге, потому что коммунизм — это не левое и не правое движение, оно правильное движение. И знаете, что самое интересное? В различных там картинах, когда изображались красные флаги, обычно так изображаются, как будто движение, оно идет слева направо, что как бы для нас не считается, ну потому что когда мы смотрим, ага, не слева, значит левое движение. Но это для нас, а не слева. А по отношению к ним, если себя там ставили, они справа. Поэтому наше дело правое. Вот так оно наоборот. И когда мы говорим «Черный интернационал», ребята, «Черный интернационал» разрушил Красный СССР, Красный проект. И вместе с синим. С синими, с этими либералами. Ну, с капиталюгами. Цвет капитализма синий, если кто не знал. Цвет феодализма черный. Это тоже, если кто не знал. Цвет феодализма черный. Либертарианский цвет, по-моему, желтый. Ну, короче, не важно. Сейчас важно то, что мир и свобода среди этих всех черных туч этого человеческого грехопадения, этой длинной истории человека и борьбы человеческой, двух противоположностей, она должна привести к коммунизму, к свободе всего человечества. Он это знает, этот Папа Франциск. Он знает теорию научного коммунизма лучше нас. Последите за инклюзивным капитализмом, пожалуйста, ребята. Там столько всего интересного. Там так хорошо. Всякие священники с колорадками рассказывают про капитализм, что прямо обалдеть можно. На всяких форумах экономических в Давосе выступают и так далее. Ладно, у нас вторая только минута, 30 секунда, а я тут уже 14 минут распеваю. Слушаем дальше. You can criticize one government or another. The government of Israel, the Palestinian government. You can criticize all you want, but not anti a people. Neither anti-Palestinian nor anti-Semitic. No. I know. Я тут согласен с Папой Франциском. Критиковать надо, но не против народа. Не, народ не надо. Мы должны взять народ и дать по башке. Не Папа Римский сказал, это мое личное мнение, что всем плохим правительством, но если правительство плохое, если правительство дурное, и оно действует в интересах только своих, и действует во вред вам, во вред государству, ну, во вред гражданам, скажем так, то надо взять и дать им по голове. Ну, на мой взгляд, так, да, и выгнать их. И вам, уважаемому пролетариату, классу неимущих, которые, кстати, иногда даже бывают директорами различных фирм,
Вам надо брать власть в свои руки, устанавливать общественную собственность на средства производства, внедрять диктатуру и демократию вооруженного пролетариата и так далее. И советскую власть, конечно же, не забудьте, она же копная власть и прочее. You call for peace. You have called for a ceasefire in many of your sermons. Can you help negotiate peace? What I can do is pray. I pray a lot for peace. And also to suggest, please stop, negotiate. Prayer has been at the center of the Pope's life since he was born, Jorge Mario Bergoglio, in Argentina in 1936 into a family of Italian immigrants. Before entering the seminary, Bergoglio worked... Семейный портрет, много детей. Вот тоже качество. Вот почему вот многие представители черного интернационала, это все-таки такие хорошие заядлые консерватизмы, которые за семейные ценности стоят. Ну, посмотрите, красавец парень, такая какая-то буржуйская семья, ну, во всяком случае, папа одет как с иголочки, костюм шит по заказу. As a chemist. His own personal formula is simplicity. He still wears the plain silver cross he wore as the Archbishop of Buenos Aires. Пурпурный цвет, красное, кипятечко. Чё, красиво. Though it's not what Francis... Я бы ещё крест рассмотрел бы покрупнее, но не могу понять, что там. ...wears, but where he lives that set the tone for his papacy 11 years ago. Instead of a palace above St. Peter's Square, he chose the Vatican guest house, Casa Santa Marta, as his home. Ahora sí, ahora está bien. We met him there under a painting of the Virgin Mary. Surrounded by the sacred, Francis has not forsaken his sense of humor, even when discussing serious subjects like the migrant crisis. My grandparents were Catholic, immigrated from Northern Ireland, in the 1930s to the United States. А, не немка, она из этих, из кельтов. Ну, потому что смотрю, она не из, вроде как не из библейского народа, барышня. Чувствуется, что что-то такое вроде свое есть. Ну, какие-то различные эти моменты. Влад, какая разница, есть только две нации. Капиталисты и некапиталисты, эксплуататоры, эксплуатируемые. Ну, всякие там придут и начинают кричать. Ох, ребята. Вы когда откидываете национальный вопрос, вы откидываете сразу и классовый вопрос. Классовый вопрос, он важный, он стоит на первом месте, но ему подчиненный сразу на втором месте идет национальный вопрос. Ну, посчитайте дедушку Сталина. Дедушка Сталин не просто так занимался практически почти полностью до 37-го, до 38-го, до 41-го, наверное, даже года, почти что, сутой экономикой страны. И был, занимался делами по вопросам национальности. Прочитайте его работу о национальном вопросе. Что там он понаписал? Почему дедушка Ленин сказал, вот это учи, вот это, поэтому ты должен все сдать. Должен со вторым вопросом разобраться, пока я тут с первым сейчас устраиваю самую настоящую сбучку и каю для вас базис. А ты должен это все потом продолжить и выполнить. Насколько сможешь, настолько и выполни. И Сталин все выполнил. Как-то так странно. Вроде видео про понтифика, да, про папу. Говорю про Сталина. Что-то там, наверное, и не поделили, ребята. А может и поделили, да не перевязали. Не развязали. Сейчас что-то развяжем. Seeking a better life. And I know your family too fled fascism. And you have talked about with migrants, many of them children. Бежали от фашизма. 30-е годы, еще до Второй мировой войны, от фашизма сбежали. Или это фашисты сбежали от чрезмерного фашизма? Я не знаю, странно. Многие немецкие офицеры, нацисты, итальянские, немногие сбежали в Латинскую Америку. В нейтральные страны, которые не участвовали во Второй мировой войне. Поменяли там себе фамилии, сделали бэкапы. Там была еще некая новая Швабия, но это типа Антарктида, они там что-то какую-то страну, что ли, хотели поступить или чего. Это маразм вообще, на самом деле. Не проще надо. Ну, где-то же бэкапы нужны делать. Получится победить, не получится, ну, хоть сбежим. И устроим реванш черного интернационала. Реванш-то они устроили. Еще в 91-м году. Их хренели от этого всего ужаса. Вот сейчас на его белогвардейщина.
которая правит, она специально вам под кормушку, а то либералы во всем виноваты. Да, в России либералы при власти? Неужели? Они нео-белогвардейцы? Нет, по-моему, нео-белогвардейцы самые натуральные. Потому что один из элементов либеральной стороны капиталистической системы – это свободный рынок. Как никак. А свободного рынка где? А его нигде нет. Везде все под управлением монополий. А если под управлением монополий, значит огромная концентрация капитала. А если огромная концентрация капитала, значит огромный рост финансового капитала. А финансовый капитал, чтобы сохранить свои позиции, непременно прибегает к террору. К открытому, либо к скрытому. That you encourage governments to build bridges, not walls. Build bridges, not walls. Строить мосты. Они все вы знаете. У меня по роду, моя фамилия, она связана как раз таки с мостами. Ну, если по древнему разбирать, вот путем голоса мосты строить. Вот что-то вот в этом духе. У меня еще и речка есть где-то там на Урале или на Алтае, уже не помню, где-то между ними. Посвящена моему роду древнему. Ну, более там 5000 лет точно, и речка очень древняя. Где-то оттуда пошла моя фамилия и мои предки. Древние арии, вот. Я вот смотрю, вот эти вот, ну, понтифик, это ну, сложное у библейского, представителей библейского народа называют. Это такой какой-то полуарий, ну, может, что-то и семитское в нем есть. Ну, разобрать тяжело, потому что уже старенький достаточно. И помоложе там по фотке вроде был арий. Ну, это тоже, похоже, опять-таки, это же не арий, или насколько это можно? Я не арий, что? Мне СССР не нужно, мне нужно строить. Давид, ура, так надо. Но сам факт, то, что в их вот этом мире определенные эти кровные связи играют значение. И вот эта новая олигархия капиталистическая тоже играет большое значение. И вот, знаете, я вот смотрю эту картинку и понять не могу, что там, блин, за статуя стоит на заднем фоне. Я не понимаю. Ладно. They say that you Irish migrated and brought the whiskey. Or that the Italians migrated and brought the mafia. It's a chiste. It's a joke. Don't take it badly. But migrants sometimes suffer a lot. They suffer a lot. I grew up in Texas, and I don't know if you've heard, but the state of Texas is attempting to shut down a Catholic charity on the border with Mexico that offers undocumented migrants humanitarian assistance. What do you think of that? Una locura. That is madness. Sheer madness. To close the border and leave them there, that is... Никто не знает, юг Америки и центральные штаты, они протестантские. Протестантство – это оплот масонерии. Он долго сражался с Ватиканом, и сейчас последний сражается. И, по-моему, Папа Франциск запретил католикам становиться масонами. Что-то в этом духе. Как Эрнст говорит, да? А Мексика католическая. И когда мигранты оттуда идут, это идут католики. И сейчас юг Америки становится латинским. А если латинос... то это приблизительно с уверенностью 70%, что это католик. А там в Мексике страшные дела происходят. Семейные ценности очень важны. Иногда там семью целую вырезали, если ты что-то плохо натворил против картеля. А главный в католическом мире, вот он сидит перед вами. О, как интересно. Уважайте, ребята. Папу знать надо. It's madness. The migrant has to be received. Thereafter, you see how you're going to deal with them. Maybe you have to send them back. I don't know. But each case ought to be considered humanely, right? A few months after becoming Pope, Francis went to a small Italian island near Africa to meet migrants fleeing poverty and war. Your first trip as Pope. Italian island near Africa to meet migrants fleeing poverty and war. Иммигрант стоит и в центре Че Гевара. Это не просто так, Че Гевара и тут плейбой. Вы что думаете, что режиссеры это так случайно сделали? И я очень сомневаюсь, что режиссер монтажа поставил эту картинку, либо даже там, когда снимали с этими... Я думаю, им специально раздали эти футболочки и в центр кадра поместили черного Че Гевара. А Че Гевара это кто? У нас почти нету истории, кстати... У него две буквы, ну он у него по фамилии больше, но его Че, да, Эрнесто Че, у меня тоже две буквы. Это черный, это национал. Да, это Арбин, но тем не менее, Арбин, это представитель Каплагута, вроде как он из Арбинов.
красная звезда на черном фоне. Но это какая-то светлое пятно во всех этих кубинских событиях, потому что Че Гевара как-никак... Я записки его особо глубоко не считал, но как я понял, из всей ситуации, что он делал странные пару вещи, но он выступал жестко против Хрущева, он считал Кастро предателем, и в итоге он понимает всю задницу, которая произошла на Кубе, что это просто банальная диверсия авантюристов, к которым он примкнул. Ну, сам авантюрист тоже. Она марксистско-ленинское учение вообще никак не двигает. И печально окончен. Че Гевара! Не просто так ты тут, Че! Это прекрасно понял. Your first trip as Pope was to the island of Lampedusa, where you talked about suffering. And I was so struck when you talked about the globalization of indifference. What is happening? Do you want me to state it plainly? People wash their hands. There are so many Pontius Pilates on the loose out there. You see what is happening, the wars, the injustice, the crimes. That's okay, and wash their hands. It's indifference. That is what happens when the heart hardens and becomes indifferent. Please, we have to get our hearts to feel again. We cannot remain indifferent in the face of such human dramas. Вот он правильно говорит. Вы сейчас поймите, то, что она задала глобализацию безразличия, тут их прямую затрагивается международная капиталистическая глобализация, которая из-за своей вот этой, ну не анархии, ну хаос там конкретный происходит в их капиталистическом производстве, перепроизводстве. Вот то, о чем мы тоже с комрадами часто говорим, комрад Александр, много кто это говорит, что ну люди как чумные ходят, ну безразличие полнейшее, ну что это такое? Они все это знают, это жопа! Они тоже это признают, это говорит, так как это так, то что это такое? Раньше хоть как-то даже ну, советами воевать было прикольно хотя бы. Ну там, какие-то, ну подеремся, ну вы же там за пролетариат, ну давай подеремся, ну давай. Ну как-то было интереснее. А сейчас советов нету, пролетарского движения мирового нету. Сердца черствеют, жизнь черствеет, мы превращаемся в одноразовые товары. Так и церковь тогда не нужна. Зачем, если все превращено в товар? В конкретный. Это нету гудвилла, нету капитала от ожидания. Ну смотрите наш плейлист «Синдикаты и тресты», поймете, о чем я говорю. Да что ж такое, никто у нас не зажигает стремление к справедливости. Они-то это понимают и признают. Папа Римский сейчас в открытую сказал, глобализация провалилась. Patient of indifference is a very ugly disease. Very ugly. Pope Francis has not been indifferent to the church's most insidious scandal, the rampant sexual abuse of hundreds of thousands of children worldwide for decades. You have done more than anyone to try and reform the Catholic Church and repent for years of unspeakable sexual abuse against children by members of the clergy. But has the church done enough? It must continue to do more. Unfortunately, the tragedy... Это о чем сейчас говорится? Огромное количество есть католиков. Ну, есть такая информация, что католики детей почпокивают. Ну, такой взгляд вниз. А я говорю, слушай, ну признайте же вы, Илы. Папочка Римский вот этот вот, давай, признавайся. Мы тогда не попытались сделать это особо раскрытие. Же не только к духовенству католическому отношению. А протестанты, православные, правоверные, там все по полной программе. Чем ли, блин, такого в Киеве понаслышал, таких историй о местных тут. Неважно, УПЦ, либо Московского патриархата, там все завязаны. И все эти все трусы, многие из них. Ну не все, там есть и порядочные люди на самом-то деле. Трагедия, жопа, вот братанам все на лице написано. The abuses is enormous. And against this, an upright conscience. And not only to not permit it, but to put in place the conditions so that it does not happen. You have said zero tolerance. It cannot be tolerated. When there is a case of a religious man or woman who abuses, the full force of the law falls upon them. In this there has been a great deal of progress. It's Francis's capacity for forgiveness and openness that has defined his leadership of the church's nearly 1.4 billion Catholics. He put them and the world on notice during an impromptu press conference on a plane in 2013 when he spoke on the subject of homosexuality. If someone is gay, he said, and he searches for the Lord and has goodwill, who am I to judge? And he did not stop there. Last year, you decided to allow Catholic priests to bless same-sex couples. That's a big change. Why? No, what I allowed was not to bless the union. That cannot be done because that is not the sacrament. I cannot. The Lord made it that way. But to bless each person, yes.
Мастер софистики. Вы же геев разрешили, ну, вы же браки там разрешили благословить. Подожди, подруга, стой, погоди. Нельзя, танец тут, нельзя, запрещено. Ну не запрещено же каждого благословлять. Блин, гениально просто, гений. Откровенный красавчик. Вот красавчик, папа Франциск, ты, блин, вау, я тебя уважаю. Blessing is for everyone. For everyone. To bless a homosexual type union, however, goes against the given right, against the law of the church. But to bless each person? Why not? The blessing is for all. Some people were scandalized by this, but why? А что сделала российская пропаганда? Они же там все пи***ки, да? Российская пропаганда кричит. Вы же, они же там все это самое. Ну, мальчик с мальчиком. И Папа Римский говорит, погоди, пап, что вы придумали? Наслушались российской пропаганды кремлевской, да? Ребят, я сказал, всех благословлять можно. А гей нельзя. Ну, как это, против закона церкви. О, как оно, оказывается-то, играет, да? Everyone. You have said, who am I to judge? Homosexuality is not a crime. No, it's a human fact. There are conservative bishops in the United States that oppose your new efforts to revisit teachings and traditions. How do you address their criticism? You used an adjective, conservative. That is, conservative is one who clings to something and does not want to see beyond that. It is a suicidal attitude. Because one thing is to take tradition into account, to consider situations from the past, but quite another is to be closed up inside a dogmatic box. Pope Francis has... Вы использовали прилагательное. Консервативен. Да ты закрываешь. Не-не-не-не. Он что подталкивает? Он говорит, ну это вот Сталин, да? Против рутины, против инерционности, против консерватизма в плохом смысле слова. Вы закрываетесь к новым открытиям. И там вот это тоже есть борьба, которая им не нравится. Потому что, скажем так, рынок, я скажу по-капиталистически, рынок католиков – это 1,5 миллиарда людей на Земле. Считайте, сколько это прибыли. Это колоссальная сумма. He's placed more women in positions of power than any of his predecessors. But he told us he opposes allowing women to be ordained as priests or deacons. Francis's devotion to traditional doctrine led one Vatican reporter to note that he's changed the tune of the church, but the lyrics essentially remain the same. This frustrates those who want to see him change policy on Roman Catholic priests marrying, contraception, and surrogate motherhood. I know women who are cancer survivors, who cannot bear children, and they turn to surrogacy. This is against church doctrine. In regard to surrogate motherhood, in the strictest sense of the term, no, it is not authorized. Sometimes surrogacy has become a business, and that is very bad. It is very bad. But sometimes for some women it is the only hope. It could be. The other... Молодец, блин, хороший вопрос. Это бизнес, но это очень плохо про суррогатных матерей. Ну, для некоторых же выхода другого нету. А жить как? Папа, за что жить? Мы же при капитализме живем. Это может быть другая, что какая. Hope is adoption. I would say that in each case, the situation should be carefully and clearly considered. Consulting medically, and then morally as well. I think there is a general rule in these cases, but you have to go into each case in particular to assess the situation, as long as the moral principle is not skirted. But you were right. I want to tell you that I really liked your expression when you told me, in some cases it is the only chance. It shows that you feel these things very deeply. I think that's why so many people have found hope with you, because you have been more open and accepting, perhaps, than other previous leaders of the church. You have to be open to everything. The church is like that. Everyone. That so-and-so is a sinner. Me too, I am a sinner. Everyone. The gospel is for everyone. If the church places a customs officer at the door, that is no longer the church of Christ. Todos. Everyone. When you look at the world, what gives you hope? Todo. Everything. You see tragedies. But you also see so many beautiful things. You see heroic mothers, heroic men who have hopes and dreams, women who look to the future. That gives me a lot of hope. People want to live, people forge ahead, and people are fundamentally good.
We are all fundamentally good. Yes, there are some rogues and sinners, but the heart itself is good. Сердце само по себе. За кулисами. Так, секундочку. Я чуть-чуть отмотаю, хочу глянуть кадр непосредственно. А, ну тут особо ничего не видно. Ну, тут уже спонсорство и все в этом духе пошло. Ладно. Давайте остановимся на какой-то картинке, чтобы... О, Папа Римский. Вот, большая крупная картинка. Антисемитизм мы уберем, все. Каково ваше вообще мнение по поводу Папы Римского? Кто он такой для вас? Для вас лично, да? Для меня лично это один из самых лучших учителей на планете Земля. Наравне с Лин Форестер де Ротшильд, наравне там с Ларри Финком, мать его. С Дэвидом де Ротшильдом, мэром, который... И просто Дэвидом, который французская веточка от Натана, по-моему, Ротшильда. Я уже не помню, как это там вспомнился. Такой же, как Кеннеди, как Трамп, как эти клоуны Байдена и прочие, как Путин. Ну, знаете, Путин все-таки это эшелон пониже. Потому что Папа Римский, это древняя формация, это старые деньги Европы, это роялы. Этих семей не так уж и много, там, по-моему, в Италии около 500 этих семей. Да и по Европе, наверное, несколько тысяч только наберется. Это самые большие деньги на планете Земля. Это швейцарская гвардия, это швейцарские перетоки. Это долгая борьба с масонерией и долгая борьба орденов внутри орденов против орденов. Вот так. И это борьба за власть. И самое главное, это борьба за выживание. Они точно знают, что вся система капитализма, она уже прогнила. Ее надо менять, ее надо сбрасывать. Они говорят об инклюзивности. Он же состоит в инклюзивном капитализме. Состоит. Они для себя его сейчас строят. Себе любимым оставить капитализм. Но миру они что-то приготовили другое. Сердца должны зажечься старой, хорошо забытой, новой идеей, на новый лад. Может, под другими немножко словами. Может, в чуть-чуть другой форме. Но суть идеи научного коммунизма, идеи традиционного общества должна возобладать в массах, иначе им кранта. Кранты, да? Им конец, если коммунизм не победит, они это точно знают. Лейбниц, великий иезуит, великий мастер, великий логик. Гегель, служитель церкви, ну, может быть, в масонерии, может именно им, этим тоже орденам Ватикана. Они специально работали на них, на эти структуры. Посмотрите наш плейлист «Слава героям», там я и Порфирия привожу, и различных представителей неоплатоников, которые работали уже на церковную власть, на те государства, которые уже заняли власть после, ну скажем так, деградации Рима, после отхода от язычества, переход к монотеизму и так далее. Власть удержать хотят, но и жить хотят. Зачем тебе власть, когда вокруг тебя жизни не будет? Они это все знают, они знают, сколько мусорят на планете из-за этого капитализма. Из-за черствости. Глобализация себя исчерпала. Капитализм себя исчерпал. Выход только один. Спасение. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде.